потенциальных покойников в Латвии будут охранять лучше. И я это не заговорился, а так выходит... По новому постановлению, по которому компенсации на лекарства забирают тем, кому они положены, и в целях увеличения госбезопасности эти денежки туда переводят, ну и потому что бюджет поменьше. То есть логика здесь абсолютно простая. Вы не получите лекарства, вероятность вашей смерти будет больше, и если вы помрете, но вас будут поэтому охранять гораздо лучше. Так что... Вы можете спокойно лежать в могиле, когда помрете, без компенсационных дарств. Но вас будут два ряда пирамид охранять, и сеточка, вероятно, еще выше. Вот и все. Поэтому все, что не делается в Латвии, то к лучшему. Покойников будут охранять гораздо лучше. Крик о помощи. Маленькому Виктору Петрову из Риги 4 года, у него сложный диагноз – спина бифида. В результате диагноза у Виктора наблюдаются двигательные нарушения, и каждый день – это постоянная борьба за свое здоровье, движение и полноценное место в обществе. В свои 4 года Виктор проявил огромное желание бороться и с готовностью выполняет все назначенные процедуры реабилитации. Каждый день для Виктора и его семьи полон испытаний, но Виктор – храбрый ребенок и готов сражаться. В свободное время мальчик играет с младшим братом, смотрит мультики и мечтает играть в футбол и шалить со сверстниками. Виктор остро нуждается в регулярной реабилитации, которая проходит раз в 3 месяца в реабилитационном центре ПОГА. Затраты на реабилитацию за год составляют 5220 евро. Семья Виктора просит помощи у общественности. Давайте поможем Виктору получить подарок на 5-летие. Давайте поможем Виктору стать сильнее. Счет папы Виктора в описании под видео и в комментариях.